Доброе утро. 12 декабря 1993 года граждане нашей страны на всенародном референдуме проголосовали за принятие Конституции Российской Федерации, которая буквально в неизменном практически виде просуществовала 25 лет. И мне стало интересно, а знают ли югорчане основные положения главного документа страны? Давайте попробуем выяснить это. Знаете ли вы, что 12 декабря исполняется 256 лет Конституции России? Да. Ну, ей исполняется на самом деле 25 лет всего. А, давно, да. Да. А какие, знаете, положения, статьи? Никакие не знаю. А как вы так? Ну, так, что-то не знаю, не вникаю. Как-то я, у меня мысли в другом. Конец года, съезд Дедов Морозов и так далее, поэтому что-то я не могу точно сказать. Не до Конституции вам? Нет. Не могу сказать. У меня скуки. 12 декабря исполняется 28 лет Конституции России. Да. Ну, вообще-то 25 лет. Здорово. Скажите, какие статьи Конституции вы знаете? Никаких. Вообще никаких? Никаких. А как вам живется? Вполне хорошо. То есть можно, не зная статьи Конституции, жить хорошо? Да. Знаете ли вы, что 12 декабря исполняется 825 лет со дня Конституции принятия России? Да, знаю. Замечательно. На самом деле 25 лет просто исполняется. И у нас по этому поводу вопрос. Какие основные положения Конституции вы знаете? Основные положения Конституции? Я всех их причислил. Не, не всех. Которые наиболее вам близки? Самые известные? Самые известные там... Ну это вообще... Дайте... Не надо, я, если честно, не прочитал ни разу Конституцию. Но права человека там зафиксированы. Так, что еще? А еще основы государственного строя, о суде, о прокуратуре, там, я не знаю. Права человека, ну что еще? Да много там было чего. Ну, основные какие-нибудь такие, которые к вам больше всего подходят? Пенсионное обеспечение постоянное, значит, там, условия работы, ну что, все вот так вот. Знаете ли вы основные положения Конституции? Нет. Какие вы честные? Вы всегда такие честные? Да. В Конституции, кстати, так и прописано. Гражданин обязан быть честным. Верите? Да. Так вы еще и доверчивый. Что, по вашему мнению, нужно добавить в Конституцию? Не знаем. Ну, так как Конституцию не знаете, то и не знаете, что добавлять, да? А как вам вообще живется с Конституцией такой? Хорошо? Я не знаю, я не знаю. Как видите, югорчане не помнят основных положений Конституции Российской Федерации. И это, конечно, печально. Поэтому у меня просьба ко всем телезрителям. На новогодних праздниках возьмите в руки Конституцию и почитайте ее. Уверен, вам это пригодится. Будьте образованными и грамотными. И доброго вам утра!